территории этого особняка целая куча всяких кустиков. Могут в кустиках сидеть. Не факт, что эти кустики прививают. Так, и я слышу туда внутри сидеть с музыкой. Своя работа. На втором этаже, нет, нет, нет. На втором этаже. Вид на втором этаже. Я на территорию. Сейчас крайний правый домик от этого самого попытаюсь взорвать. С этой перепрыгивалкой вообще клево. Да. А как перепрыгивать? Пробил. Просто подошел, пробил. Наблюдая врага, переходит по кустам поля. Правая часть зеленого квадратика с южной стороны сейчас взорвется, так что отойдите там на метр три на всякий случай. Да-да-да. Думаю, меня не зацепит. Сколько же гранат не хватает? Через 30 секунд. Так, гранат что-то я не знаю, почему они дают. Так, одну часть снял. Сейчас пойду тоже положу. На втором этаже вижу. По-моему, кинул без сознанка. Не, не кинул, живой. Нет, гранат там запрос. Меня с этого дома стреляю. Вижу одного. А вот я убил кого-то. Лол. Чувак, вот здесь вот. Так. С юго-востока больше никто не подходит. Фига там пулемет какой-то. Бывает. Алло, по короткой запрашиваю, как лечить. Я не знаю. Не знаю, не получается мне. Появляется как звук зачеркнут. Не знаю, у меня короче я пошел умирать, потому что там. Беларусь! Кто-то идет к нам умирать. Беларусь! А надо чего? Я если что, берите. На вход отходить, сейчас пахнет. Сейчас вход пахнет? Пахнет главный вход.
Там, где перила такие на первом этаже. Ладно, подожду, подожду. Пока бахнет. Сейчас свой. Да-да-да, минус здание. Закидывайте гранатами, это говно. Нету. Сейчас закину, не подходи. Блять, на крыше приземлилась. Все. Захожу. Давай, там без сознанки, скорее всего, все. Блин, номер тут этот, знак дорожный. Вообще никого не вижу. А, там дальше домик есть еще. Есть кто-то?